Ты готова, Мия? Готова, Алекс. Главное, береги руки. Опасные насекомые! Начинаем эксперимент. Оу, вот это зубы! Опасно! Класс! Это супертермиты! Закрой их покрепче. Пора пообедать и нам. Супернасекомые! Пойдем! Я покажу вам мой замок. Вы поможете мне поточить карандаши, супертермиты? Вау! Как быстро и остро! Мила, мы едем в Диснейленд! Уже иду, папочка! Ура! Спасибо, папочка! Хорошо вам повеселиться, ребята! О, мамочки! Что там за звук? Термиты? Да, это они! Вперед! Стоять, термиты! О, нет, нет, нет! Только не замок Милы! Они его съели! Что же нам делать? Мила не может жить в гнезде из опилок! Мы что-нибудь придумаем! Мы построим новый замок в звездном небе! Отличная идея! Мне нравится! Мия, ты пока нарисуй небо, а я скоро вернусь! Нарисую звезды! Нет, для стройки нужно переодеться. Но сначала я подправлю свой маникюр. Фух, ну как наши дела? Серьезно? Мия, за все это время ты нарисовала всего лишь одну звездочку? Зато посмотри, какие красивые ногти я накрасила. Окей, придется все брать в свои руки. Ну все, я готов начать работу. За дело. Окей, работай. Трафарет звезды для скорости. А я сделаю воздушные облака. Вырезаю. Вау, Алекс, какое звездное небо прямо надо мной. Волшебство. А сейчас будут облака. Не хватает месяца. Сейчас я это исправлю. Вот и мой полумесяц. Мои свежие облака уже готовы. Осталось прикрепить их к небу. Раз, два, три, четыре. А теперь облачная магия. Вуаля! Целый парад облаков. Как ты это сделала? Неплохо, молодец, Мия. Мой яркий желтый полумесяц. Твое место вот здесь. Гори, ну же. О, так лучше. Мои нежные облака. Ну вот, кажется, мы справились со стеной, Алекс. Теперь мы можем приступать к следующему этапу. Смотри, у меня уже есть план замка. Ну как тебе? Подожди секунду. Иди сюда и смотри. Ну, как тебе мой проект замка? Оу, у меня кружится голова от этой грандиозности. Тебе нравится? Да, приступим к работе. Сперва нужно построить каркас. О, да. Мия, подай мне маркер, пожалуйста. О, да, пришло время распилить все на части. Алекс, можно мне что-то попилить? Ладно, держи этот брусок. Отлично, пилочка. Нам доверили важную миссию. Алекс, можно я? Алекс, я хочу помочь. Алекс! Ладно, Мия. Вот, держи эту балку. Вау, спасибо. Мия, не путайся под ногами. За работу, напарник. Сначала построим шестиугольный каркас. Прикрутим балки. Это основы для стен. Для этого нужна помощь Мии. Держи ровнее. Соединим балки, чтобы наши стены не развалились. Шуруповерт, мой лучший друг. Эй, отпусти меня! Ты чего пристал? Я почти закончила. Красота. Готово. Это оконная дуэль. Я принимаю вызов. Ты проиграешь.
Вау! Это так прикольно! Юху! Фух, мы отлично справились! А теперь покраска! Кисточки, в атаку! А, еще быстрее! Вау, это ручная работа! Отличный цвет! Готово! С покраской покончено! Дай 5! Оу, держись, Мия! Не упади со второго этажа! Нужно добавить тут забор для безопасности. Ловлю! О, нет, не ловлю! Аккуратнее! Стой! Клеим, клеим, клеим! Прижимаем! Отлично! А вот и наш ровный заборчик. Вау! А из этого мы сделаем рамку для наших арок. Это что, алмазный дождь? Вау, блестяшки! Я хочу украсить свой комбинезон драгоценными камнями. Я одолжу у тебя парочку бриллиантов. Они отлично подойдут для декора замка. Отличная идея, Алекс. Замок будет блестеть. И неоновый акцент. Красота! Краску, пожалуйста. Отлично. Оу, Алекс, помоги. Я в западне. Как мне выбраться со второго этажа? Я придумал. Подожди, никуда не уходи. Я вырезал отверстие. И подведу к нему лестницу. Фух. Можешь спускаться, заколдованная принцесса. Проверю лестницу на прочность. Отлично. А давай сделаем горку с другой стороны. Окей. Еще один выход. И горка на месте. Прекрасно, Алекс. У нас теперь есть 2 выхода. Не хватает только бриллиантового декора. Какая изысканная горка. Ну хорошо, я тоже добавлю нотку роскоши моей лестнице. Какая красота! Сердечко на лестнице. Это я придумала. Гениальные умы думают одинаково. Задекорируем наш замок тканью. Вау, отличный купол. Одной ткани недостаточно. Нужны красивые облака. Вот так. Синтепоновые облака никогда не подведут. Вырежем вход. Отлично. Проход на горку открыт. А я сделал мягкий пол. Мия? Да, я не сплю. Привет. Финальная стадия подушечного декора. Я готова. Мягкая постелька принцессы на втором этаже. Я сама бы в такой спала. Жаль, что это не мой замок. Подушек много не бывает. Отлично. Пора обедать, Алекс. Точно. Мои любимые сэндвичи. Нет, есть только на кухне. Миссия «Подарок сестренке» начинается. Не входить, ремонтные работы. Сперва нужно вынести из комнаты все вещи. И это тоже в коробку. А теперь вынесу кровать. А вот и краска. Но какой цвет выбрать? Ребята, напишите в комментариях, какой цвет ваш любимый. А я посмотрю, какой цвет победит. Привет, я это покупаю. А деньги? Вот, этого хватит? Конечно, нет. Ладно. А может расплатиться этим? Конечно, спасибо за покупку. Начну с покраски стен. Лестница, кисточка, краска. Приступим.
А это что? Игрушка вполне заменит кисть. О, нет! О, да! Отлично получается! Стена превратилась в звездное небо! Что ты сказал? Не хватает облаков? Точно! Спасибо за совет! Отрежу здесь и здесь. Готово. Облака как настоящие. Стоять. Привет. Снова ты. Что на этот раз? Мне нужны доски. А платить кто будет? Сейчас могу предложить PlayStation. Отличный обмен. Спасибо за покупку. Надеюсь, досок хватит. И вот это пригодится. Отмеряю. И отпиливаю. Очки, платок, вода. За дело. Здесь завинтить. Тут закрепить. Ну вот, уронил. Поднял. Продолжим. Собираю каркас. Теперь нужно укрепить углы конструкции. Ко мне. Молодец. Устанавливаю крышу. А здесь будет башня. Только вершины не хватает. Ее вырежу из картона и склею скотчем. Готово. А теперь в мою комнату. Что еще я могу использовать для строительства? Ну, конечно. Эта стенка шкафа все равно мне не нужна. Из нее я сделаю стены замка. Похоже, готово. Как мне отсюда выйти? О, да. Вот и пробил наш час. Истинный джедай всегда носит с собой световой меч. Про башню забыл. Теперь готово. Самый ответственный момент – покраска. С этим я справлюсь без труда. Что за замок без кирпичной стены? Вырежу кирпичи из пенополистирола. Эх, не хватает аутентичности. Придумал. С помощью фольги создам нужный рельеф. Теперь раскрашу каждый кирпичик в розовый. Любимый цвет сестренки. Чего-то не хватает. Мне нужна светодиодная лента. Доставку заказывали? Наконец-то. Ваш заказ. Плачу гитарой. Вау, вот удача. Светодиоды. Осталось только надежно все закрепить. И с этой стороны. Что это? Молния? Идея. Мне нужна сладкая вата. Очень много ваты. Так много не продам. Ладно, продам. Отлично. Вата превращается в облачное небо. Включить световые эффекты? Не работает. Забыл про розетку. Я гений.
Фух. О нет, эти балки портят весь вид. Нужно их замаскировать под тканью. Вот так. Теперь можно заносить мебель. Столик, стульчик. А это что? Фотографии сестры. Из них вышла замечательная гирлянда. Вам нравится? Вся команда в сборе. Ай, заноза. Больно. Нужно это исправить. Установлю рамку на окно и на дверь. Пусть будет желтый. И добавлю облака. Тут определенно должны быть занавески. На поиски. Клоун! Такой настырный. И фокусы скучные. А это идея. Я покупаю твой реквизит. Это то, что нужно. Спасибо. Подвешу штору здесь и здесь. И сердечко. Сестре понравится. Но как мне забраться на второй этаж? Бесполезно. Нужно найти что-нибудь вроде лестницы. Вот это подойдет. Эй, плюшевый, поможешь? Я с радостью. Еще немного. Мы это сделали. Спасибо, дружище. Без проблем. Фух, какая тяжелая. Теперь займусь лестницей. Готово. Осталось постелить уютную постель. Мишка, ты следи за порядком, а я пока займусь освещением. Фонарь, как в настоящем замке. Стоп! А как спуститься вниз? Придумал! Фух, чуть не попался. И, наконец, я его построил. Это круто, ты молодец. Пойду позову маму. Тут замечательно! И лестница есть. Фонарик! И звезды! Я могу достать до облаков! Нравится? С днем рождения! Спасибо, Алекс! Теперь можно отдохнуть. Первому игроку приготовиться. О нет, PlayStation! Не зевай! Я выиграл! Где наша мебель? Да, сэр, мы в процессе перевозки. Кровать оказалась очень тяжелой. Давайте поскорее, я жду. Мила, что ты нашла? Покажи. Фу, невкусно. Кэнди, смотри, что у меня есть. Что там, малышка? Да это же волшебная палочка из картона. Давай испробуем ее, сестренка. Попробуем собрать этот мусор. Крибли, крабли, бум! Вау, получилось! Эта палочка – идеальный сборщик коробок. У меня есть идея. Принцессиум активатус. Уху, я теперь принцесса. Настоящая принцесса. Но кое-чего не хватает. Сейчас я все исправлю. Вот этот кусок картона отлично подойдет. Отмерим вот здесь. Что ты задумала, сестренка? Обрежу лишнюю длину по моей мерке. Сделаю надрез, чтобы наш головной убор держался. Теперь нарисую форму короны. И вырежу ее.
Прекрасно. Милая, теперь ты истинная принцесса с короной. Спасибо, Кэнди. Заходите, вот здесь нужно все убрать. Но здесь уже все почти убрано, зачем вы нас отвлекаете? Не вздумайте уходить. Привет, идите к нам. Завершите этот заказ до конца. Ну ладно. Ну и что тут нужно делать? Покажем им, Мила. Да, сестренка. Покажите, что? Коробки, бум! Что? Как они это сделали? Получилось. Такого в нашей работе еще не было. Давайте сделаем из этого картона настоящий замок. Нужно все здесь правильно отмерить. А это что? Инструкция для волшебной палочки. Посмотрим. С обратной стороны палочки прячется волшебный маркер. Давай его испробуем, сестренка. Предлагаю нарисовать нам окно. Эй, оно не открывается. Терпение, нужно немного подождать. Вау, получилось! Теперь можно нарисовать второе окно. Подождем. Ну давай же, картонное окошко, оживай. Вау! Оно как настоящее! Приветик! Одну минутку. Разрешите вашу волшебную палочку. Подожди. 7 раз отмерь, 1 раз рисуй. Разойдитесь, ребята. Это для вашей же безопасности. Откидные ворота. Добро пожаловать внутрь, принцесса. Здесь ничего не видно. Очень темно. Я знаю, что делать. Дайте мне волшебную палочку. Да будет свет. Подождем немного. Вот и наш светильник. О, малышка, ты хочешь спать? Согласна. Нам нужна кровать. Сейчас все сделаем. Ребята, принесите нам кровать. Конечно, без проблем. Смотрите, что мы нашли. Вау, отлично! Не отлично. Эта раскладушка совсем не похожа на кровать принцессы. Я хочу другую кровать. Сейчас все будет. Кроватус реформатус. Нужна мягкая постель. Вот это подойдет. А я возьму балдахин. Идеальная ложа для принцессы. Сладких снов, малышка. Я возьму твою корону. Куда же ее поставить? Столик, появись! Вот и полочка для короны. И будильник, чтобы не проспать королевский завтрак. И мне тоже пора в кровать. Доброе утро! О, какое лысое окно! Ему не помешает цветочный декор. Мне срочно нужен кофе. Кофемашина. Самая важная часть дома. Аромат свежего кофе. Ну вот, я проснулась. Сестренка, вставай. Новый день настал. Как тебе спалось в картонном замке, принцесса? Неплохо, но что-то под подушкой давило мне всю ночь. Что же это было? Хм, коробка? А это может нам еще пригодиться. Ты делаешь зарядку для принцесс? Молодец. Я проголодалась. У меня есть идея. Давай сделаем грядку и сами вырастим свой завтрак. Вот и наш мини-огород. А что мы туда посадим? У меня есть картон. Мы потрем его на терке и сделаем из него зерна.
поливаем водой. Вау! И подождем наш урожай. Вау! У нас выросла морковка. Попробуешь? Как вкусно и полезно! Я так голодна, что съела бы молоток. Еда! Угощайтесь, ребята! Экопродукт прямо с грядки. О, спасибо! Прекрасное утро! Как скучно! Давай придумаем что-нибудь интересное. У меня как раз есть идея. Подождем. Вот и наша лампа. Готово. Отличный сюрприз. Малышка, иди сюда. Это что, замок в замке? Я не понимаю. Не совсем. Это автоматы для жвачек. Смотри, опускаем ворота, и к тебе вылетают жвачки из замка. Как вкусно! Кстати, у меня есть идея. Дорогие подданные, сейчас я наколдую башни замка. Ура! Великолепно, ваше высочество! Легким движением палочки башни построены. Это лучшая башня во вселенной замков. О нет, мне страшно. Как тут высоко? Как мне теперь спуститься с крыши? Помогите! О нет, держись, принцесса! Мила, дай мне волшебную палочку. Горка покатус устоятус. Съезжай смелее на землю, принцесса. Понравилась горка? Браво! Я хочу спуститься с горки еще раз. Немедленно! Мы все поняли, ваше высочество. А что, если сделать тут лестницу? Так, делай давай, у тебя же волшебная палочка. Как она работает? Оу! Что ты наделал, Кевин? Теперь у меня картонные кроссовки. Тебе очень идет. Минутку. А это отличная идея. Картон порождает картон. Вау, ходячая магия! Ну как, сработало? Прочная лестница готова. Теперь мы легко поднимемся на крышу замка. Только верни мне обратно мои кроссовки. Принцесса и сестра принцессы, добро пожаловать на крышу замка. Давайте играть. В какой цвет нам покрасить замок? Может, белый? Или розовый? Или в полоску? Или в горошек? Ребята, воспользуемся картонными технологиями. Что? Как нам поможет картпад? Сейчас покажу. Используем заливку. Этот? Или лучше вот этот? А как вам такой оттенок? Вау! Я думаю, вот так лучше всего. Отличный цвет. О, Кевин, ты закрашиваешь промахи фотошопа. Молодец! Такая работа. Иллюминация замка – очень кропотливый процесс. Включить в розетку все огоньки. Готово. Вау! Ну что, поднимаемся наверх? Вау! Я кое-что придумал. Принцесса Мила и ее подданные. Я захвачу ваш замок, и он будет моим. И не думай, картонный рыцарь. Мы сумеем защитить наши стены. Лучники, приготовьте стрелы. Мы не сдадим наш замок врагу. Стреляйте! Отличное попадание. Все, все, я понял, сдаюсь. Извините за то, что напал на наш замок. И вы простите за эту стрелу, сэр. Роскошный замок, дорогой. Привет, дети. И они жили долго и счастливо.